Yeah. Он рассказывал. Я когда сейчас встал, я смотрю, так как... Сейчас долина, да. Мы можем даже, знаешь что, Макс? Ау. Мы можем узнать этот камень, как зайти. На какой? На вот этот? Да, мы от него можем подойти близко к водопаду прям и встать на начало водопада. Смотрите, какой дождь идет. Мы добрались, короче. Вот это зрелище с льдинами, конечно, потрясает воображение. Ну и понятное дело, что камера ничего не передает красоту. Ну, дух захватывает просто. Вокруг скалы, одни из самых высоких скал в Америке. Дождь сильный, водопад, но просто набор полный. Где-то там солнце за тучами, но его не ощущается совершенно. Кайф.